thank <laughs> you Ой, здравствуй! У моей сегодняшней гости есть замечательный девиз Прощай быстро, целуй медленно, люби искренне и никогда не сдавайся Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни Мы поговорим с главным врачом Амурской областной инфекционной больницы Еленой Саяпиной Здравствуйте, Елена Андреевна Здравствуйте, Александр Волнуетесь? Волнуюсь а чего волнуетесь? Ну, всегда волнительно, каким тебя увидит зритель. Uh -huh. Ну и, наверное, мне тоже не безразлично, что скажут мои пациенты, uh -huh. и моя семья, и мои коллеги. А вы как врач чувствуете, когда человек приходит к вам и волнуется? Да, чувствую. Чувствую, когда волнуется, чувствую, когда у него болит, чувствую, почему он пришел. К медицине вернемся. Ваше детство прошло на Курилах, на острове Итуруп. Я недавно там был в командировке, вернулся оттуда. А мне интересно, и туруп вашего детства. Каким остался в памяти? И туруп моего детства в памяти. Большой, добрый, хлебосольный. Люди совершенно другие, нету ключей от дверей. Вот на крыльцо поднимаешься, и ключ висит от двери. Никто не закрывается. что, Краж не было? Я не помню, чтобы у нас были кражи, но вот от квартиры всегда ключ висел вот прям возле двери. А зачем? Замыкали от ветра? Наверное, от ветра. Ну вот я-то, из своего детства я помню. Ну и люди очень хлебосольные, добрые, открытые. Я не помню, что... Ну я могла идти ночью 2 километра 15. Я не боялась, что меня кто-то убьет или меня что там мне сделают плохо. Да, а сейчас боятся детей вечером выпускать, да? ночью по улице или еще. Ну, да, вот, вот эту руб вашего детства это пыль до потолка, это грязь, когда идет дождь, это рубероид, как главный строительный материал. Ну, пыль пыль дороги были не покрыты. И если ты идешь пешком с интерната до дома, то все машины, которые проезжают, включая трактора, вездеходы, все это садится на тебя. И ты приходишь домой, ну и надо оплоснуться, потому что ты весь в пыли, да. Да. А Детство это счастье, Елена Андреевна? Вот сегодня с высоты прожитого времени. Если это я самое большое счастье, самое бездумное, самое счастливое время. Это вот детство, это когда ты вот полностью беззаботен, тебя вообще вот. Тебя любят, тобой. и... Тебя ты... любят холят, да. Не, ну, у меня мама была очень, папа никогда меня не била, мама была очень строга, и у нас висел не ремень, а от машинки стиральной. Поэтому по спине иногда мне доставалось, прилетала, ну, я думаю, даже мало. А за что прилетала? Вы что, что-то шкодное были? Да, я была очень шкодная, непослушная, я хорошо училась, но... Я всегда сувала свой нос не туда, куда надо. Я могла залезть на льдину и уйти в море, потом меня спасали. Я могла тонуть вот, в водовороте, и сосед прибегал и кричал. «Мама, мама, Ленка Евдокимова булькает, булькает и никак не тонет». Угу. И папа несся со всеми гостями спасать свою беспутную маленькую дочь. Да, я была бесенком. Я не помню кукол и игрушек. Вот чего у меня не было в детстве... Или во что я не играла, может быть, отрыва. Я вообще не помню чтобы я собирала кубики, играла. Единственное уже из более позднего, перед школой, 5-6 лет, это диафильмы не знаю, канал на Луне». Угу. То есть ставился такой аппарат, и вкручивалась пленка. И прокручивали, и смотрели. Да, и вот мы, дети, нам ставили стулья, и мы садились и смотрели не знаю, на Луне». Я выдерживала первые 15 минут, потом меня выгоняли из зала, потому что я начинала всем мешать. Угу. Так как у меня гвоздь в одном месте. Крутиться, угу. вот, то... вертеться. Совершенно верно то говоришь или э, «Лена, выйди». Все, Елена Лена выходила. Лена выходила, топтала клумбы от злости, что ее выгнали. Вот. А кто ваши родители были, Елена Андреевна? Ага, мои родители. Папа, он начинал вообще-то с рабочих, свою биографию, но закончил директором Курильского рыбоводного завода. Он разводил рыбу и, ну, Люди считали его хозяином острова. Он отдал 44 года своей жизни острову. Он, ну, вся его жизнь прошла ради людей и ради развития острова. Угу. Вот. Мама, мама была при папе. Они были совершенно разные. Папа был ярым коммунистом. Он верил в то, что мы построим коммунизм. И светлое то, будущее. Что, да, что мы все равны. Мама была с ним совершенно не согласна. Потому что она много работала и не понимала, почему она должна наравне со строителями светлого будущего коммунизма получать зарплату. Вот они были совершенно разные. И а, папа всегда говорил: "Пойди к маме. У нее там чулки запрятаны". Mm -hmm. а мама говорит: "Какой ты Андрей Андрей Николаевич бестолковый!" Вообще родители у меня рано разошлись, мне было 8 лет, но вся их жизнь прошла в очень теплом. Это трагедия для ребенка, когда в 8 лет родители расходятся, когда папы уже нету рядом, не так часто. А вы рядом. знаете, нет, для меня это не было трагедией, это как-то так произошло, вот очень красиво и очень мягко. То есть два взрослых человека приняли решение, тем более мама была на 10 лет младше отца, она была очень красивой, и папа тоже был интересным. Вот. Но вот так они приняли решение и я не была без отца потому что все мои каникулы все мои праздники а после девятого класса я уже переехала на другую часть острова где жил папа угу. это недалеко 15 километров и я не могу сказать что у меня не было папы он у меня всегда присутствовал мама звонила ему просила в чем-то папа обращался к маме Но это были очень интеллигентные такие красивые отношения поэтому я даже не заметила. Вы сказали такую фразу, отец был хозяином острова. Кто-то там подумает сегодняшними мерками, но хочу сказать, что память о вашем отце очень светлая на этой рупе. Улица имени Евдокимова, мемориальная доска в честь вашего отца, могила его ухожена, в порядке. И самое главное, очень светло люди о нем помнят. Здравствуйте, Елена. Вы, наверное, меня помните, ну, наверное, не помните, я уже выросла, это Куклина Елена Вениаминовна, <свят> работаю главным рыбоводом, вот, и, ну, вот, смотрите, вот, директор, да, Евдокимов Андрей Николаевич раньше был, он работал с моим отцом, Куклиным Вениамином Николаевичем, они работали на Славном, потом работали здесь, ну, я не знаю... Андрей Николаевич для меня был, не знаю, дед был для меня. Я все детство с ним на машине прокаталась. У него была машина такая, УАЗик. И он везде меня... Я в детский сад не ходила, потому что я всегда была с Андреем Николаевичем. Какой у него характер был? Ой, ну, у него был такой строгий боевой характер. Он мужчин строил, mm -hmm. папу моего строил, mm -hmm. вообще, да. Потому что раньше же любили. Mm -hmm. Андрей Николаевич за это... Гонял. Но его память о нем осталась, и улица память Евдокимова, нем нас, да, улица Евдокимова да, могила да, в порядке. За ней, да, смотрит, Вы конечно, подходите иногда? Да, конечно, мы ходим, да. И мы часто вспоминаем Андрея Николаевича. Угу. Я не знаю. Угу. Потому что он так любил детей, я не знаю, мы очень часто вспомним. Как Елена Куклина сказала, да, дед Андрей для нее понятно, что это молодая женщина, которая сейчас 45 лет, и он для нее уже был дед. Хотя папа погиб трагически в 69 лет, имея на тот момент молодую 35-летнюю жену. Он бы еще прожил лет 20 активно, он не курил, не пил, он был страстным любителем природы, охотником. То есть каждую зиму он уходил в свою избушку. И занимался рыбалкой, охотой. У него на счету более 36 медведей. Вот. Его жутко любили животные. У нас дома жил соболь. У нас дома жила ворона. У нас дома жила лиса. Причем ворона имела имя Кешку. И она с ним разговаривала с папой. Только с ним. И отца любили лошади. У нас была лошадь. Я очень хорошо помню. Ее должны были... Ну, на бойню? Да, потому что она убила человека. Человек был пьяный, бричку запряг и поехал. Вожжи упали, и он под копыта полез угу. доставать. И задними ногами лошадь раскроила череп. А лошадь очень красивая, черная, высокая, такой вороной конь. И папа не дал его убить, но на нем ездил только он. Потому что его единственного он не кусал. Мне, кстати, тоже за него досталось. То есть сесть на него верхом было невозможно. Ты только ногу ставишь, он mm -hmm. зубками и ты убираешь. А отца лошади любили, они его не кусали никогда. И ну, какая-то у него была такая. И он безумно любил людей, папа. И люди ему платят те. Он же. очень много помогал, помогал людям, которые возвращались. Ну, которые имели тяжелые жизненные ситуации. Он учил детей. Вот у нас была семья. Я очень хорошо помню Володю Корчубкина. Он поступил в нашу медакадемию Благовещенскую. Папа его спонсировал, помогал ему дорогу оплатить. Ну, много. Mm -hmm. ну, к сожалению, я очень многие вещи о нем узнала после смерти папы. Mm -hmm. То, что рассказывали люди, потому что сам он никогда... А почему девочка Лена решила стать врачом? Почему девочка Лена решила... Да. Девочка Лена хотела быть, как вы? журналист. Я хотела быть журналистом, я хотела объехать весь свет, я собиралась учить языки, и маме рассказывала, что я буду журналистом, а потом на каком-то этапе, я так думаю, что это было подсознательно, вот у нас на острове была женщина, в части, в Рейдовом, угу. она делала все это, врач. Она принимала роды, она лечила пневмонии, она оперировала аппендициты. Ну вот одна, одну из историй, наверное, мы на отливе на Тихом, с одной стороны острова и Тихий океан, с другой Охотское море, на отливе нашли японскую ракетницу. Угу. И на Новый год решили стрельнуть. Детьми мы были 7-8 класс. И она взорвалась в руке. Одному мальчику оторвало палец, а другому вышибло глаз. Вот именно она оказывала помощь, оперировала этот палец, именно она энуклировала этот глаз и вызывала с южно вертолет, куда его потом увезли. Но вот она была тем незаменимым, и мой папа, и сильные, будем говорить, руководители, которых никто не боялся, они все ее уважали. Угу. Она была нужна всем на острове. Вот. То есть от рыбообработчика до генерала. Совершенно говоря, верно. Всем. И вот это, вот, наверное, ну, быть нужной людям. Угу. И сыграло в том, что я сказала папе, что я тоже, как Бахарева, буду врачом. А трудный был в путь медицины у вас? Я поступала два года. Я была очень упертая, и я поступала первый раз в Хабаровский, второй раз в Благовещенский. В Благовещенский я не поступила. Почему? Я не поступила, я не ответила, сколько в год дает килограмм меда пчела. Это был четвертый вопрос в билете. Это запомнилось вот на всю жизнь. Из-за этого не Представляете, Да, 35 лет назад я закончила институт, в этом году 35 лет. И да, я получила двойку, мне сказали, а поток был 500 человек тогда, два потока по 250, 12 человек на место. Я была уверена, что я вот, ну просто я все уже знала, угу. что я поступлю. И когда я получила двойку я так плакала. Я помню, что я шла на экзамен и говорила, господи, 500 человек, ну маленькое место для меня, ну пожалуйста, я буду отличницей, я буду хорошим доктором. И я не поступила. Молодая, молодая девчонка, и вот такая несправедливость, конечно, несправедливость. Ранила, обидела, раз помните через 35 лет, даже больше. Вот мир не пошатнулся после этого, что правды нет на свете. Я действительно не знала, сколько пчела дает килограмм. Ну, что это Я самое... вот четвертый вопрос, тутовое шелкопрядство. Мне казалось, что... Но ну, преподаватель посчитал, что я должна была это знать. Угу. Я и до сих пор не знаю, сколько пчела дает килограмм. Вы знаете? Нет, не знаю. И я я не, знаю. не знаю. Стреляю на месте. Вот. Вы в студенчестве вышли замуж. На каком курсе? Я вышла замуж на втором курсе. Я родила сына. Закончила. Я не ходила в академ, Достаточно неплохо училась. Как можно двум студентам еще сами полудети, как сегодня думают многие, там по 20 с копейками, уже родить ребенка и растить его и без академа, и медицинский институт? Ой, вы знаете, моя мама по этому поводу позвонила сразу папе и сказала: Андрюша, наша Ленка бросит институт, вот удумала. Угу. Папа сказал: ничего, позвонил мне и говорит: так, приезжай со своим. Будущим мужем, uh -huh. я проведу ревизию. И мы приехали с мужем на эту Ну, с будущим. И он мужем. взглядом рентгеном. Да, все сказал Женя, я тебе не завидую. Ты не представляешь, какого черта в юбке ты взял. И вот на будущий год мы уже отмечаем 40 лет с мужем. Он говорит: Господи, чужие твои я твоего папу не послушалась? Он помнит слова да. Это любовь была? Да, я вот с первого взгляда? Нет, не Нет. с первого взгляда. Это, ухаживал? Да, муж очень долго ухаживал, и я очень долго кочевряжилась. Mm -hmm. Просто в один момент он раз и исчез. И я вдруг поняла, что мне без него совсем никак. Да. А кто ваш муж, доктор? Мой муж доктор, он врач-непропатолог. Трудно двум докторам под одной крышей 40 лет условно? Вы знаете, когда мы работали оба практиками, только практиками, ну, соответственно, все наши друзья-медики это mm -hmm. врачебный коллектив, да. То разговоры дома только о больных. Мы Конечно. постоянно спорили, он приносит с областной больницы инсультных, я со своей инфекцией. Он невролог? Да, он невролог. Это был какой-то ужас. Вот последние, наверное, лет 15-20 мы не говорим о больных. Мы дома говорим о детях, внуках, еде, отдыхе, планах, но только не о больных. Только не о профессии. Да, мы запретили себе это говорить, потому что 20 лет, это вот, я говорю, у нас на будущий год 40 лет совместной жизни, 6 марта. И мы как-то вдруг поняли, что не надо об этом говорить, надо отдыхать, иначе можно с ума сойти. Спорим, ругаемся. Угу. Вы выбрали непрестижную для того времени профессию инфекциониста, по моим ощущениям. Вот инфекционистом было непрестижно быть. Вот пока нас ковид не клюнул, мы как-то считали, что это там инфекционка. Ну, в этом слове все отношение было. Почему выбрали эту профессию? Вы знаете, после третьего курса медакадемии я пошла работать в инфекцию. Но все-таки инфекциониста почему выбрали? А Вот смотрите, что такое... Вот ты проходишь болезни, гипертоническая болезнь, да? да? Вот если она есть у вас, истинная, эссенциальная, то вы всю жизнь будете болеть. Главное подобрать ту дозировочку. И научиться, как говорят, научитесь жить со своей. И научить болезнью. его жить. Что такое пилонефлит? Это тоже хроник. Что такое сахарный диабет? Они, ну ты ее выучил, и мне они уже были неинтересны. Я уже понимала, что надо делать. А инфекция, она вся разная. И инфекция очень благодарная, очень благодарная. Если ты вовремя все сделал, ну, практически даже после менингококковой инфекции пациент уходит здоровым, и вот это вот... Галка... И бесследно все проходит. Да, да, да. А не страшно заразиться? Она же заразная, любая инфекция. Ой, вы знаете, я вот не болела, оказывается, на эту рупе ветрянкой. И в 33 года, когда пришла в инфекцию второй раз, я подцепила ветрянку. И это очень тяжело с температурой. Взрослому человеку? Да, лучше в детстве ее перенести. Я помню, под 40 температуру, вот это вся в зеленке, в высыпаниях, и в полости рта, и везде на всех слизистых эти пузыри, и все это льется с тебя. Это очень тяжело. А нет страха, что вот у человека инфекционное, не знаю, серьезное заболевание, и ты к нему же должен подойти и общаться не с ним? нету, потому что это же эпид-процесс, мы же его проходим, мы же понимаем, что нужно сделать. Ваш врачебный путь, что называется, начинался на БАМе в Тынде. Вы начинали терапевтом. Да. За что благодарны БАМу и тому периоду жизни, Елена Андреевна? БАМу благодарна за учителей, самые добрые, самые... С хорошими знаниями, то есть БАМ, помните, да, 86 87 год. Песни да. пели, стихи слагали, это звенело на всю страну. Да, Бамовские фестивали, сопки, багульник, романтика. Песни, романтика, да. И плюс одна из лучших железнодорожных больниц вообще на Амурской области угу. это больница в Тынде. Именно там прошло мое становление и мой путь как врача. Именно там первые ошибки. И там первые, вот, ну, когда тебя как утенка, но очень красиво и очень аккуратно. макали куда -то. Макали, да. Вот на своем первом дежурстве я пропустила задний базальный инфаркт. И утром, не знаю, что бы мне здесь сделали, а там очень красиво сказали, Лена Андреевна, вы замечательно, вы правильно поставили гипертонический криз, и вы сняли электрокардиограмму. Ну вот этот инфаркт заднебазальный, нужно дополнительное отведение по небу. Вы еще, как молодой специалист, могли их не знать и понимаете вот я на всю жизнь запомнила Сети это Мне было, да да ну как это было сделано насколько это было ну, красиво, корректно воспитано, ну как запомнилось, понимаете? А если бы обидели, если бы там грубо, наверное... Только кроме обиды, кроме и протеста обиды, и обиды, отторжения ничего бы не было. Наверное. Это точно. Поэтому Баму я за становление себя как личности врача mm -hmm. благодарна. Вы уходили из медицины, был такой период жизни. Да. Почему уходили, Елена Андреевна? Ну, любимая, понятная, родная, казалось бы. А знаете, в силу своего непокорного характера, Ах, вот так вот, вот неоцененная, вот uh -huh. да, вот вы, вы меня не оценили, вы вот как руководитель, ну вот и не буду я с вами работать. Это был протест, да? Это некий. был протест, да. Но я чел, бал... Честно, жалели? Жалела, ну, очень жалела, потому что практически, ну, я, наверное, никогда мысленно не покидала медицину, хотя прошло очень много лет, прежде чем я вернулась. Ну да, я жалела, я жалела, что я в. Не очень опрометчиво. И сегодня, когда у меня вот так вот уходят специалисты, хорошие сестры, я вызываю и разговариваю с ними. Говорю, ну давайте посмотрим, что вам не хватает. Если вам эти 2-3 тысячи не хватает, я что-то придумаю, я вам дам подработку, ну не уходите. А если уходит человек, который, я считаю, для медицины бесполезный, я его не держу. Но если полезный, проговорите и постараетесь Обязательно, я сделаю все возможное, чтобы его задержать. А бывает люди манипулируют? Бывает, своим, бывает, шантажирует своей да. незаменимости, да, совершенно да, да, да. верно. Бывает. Говорит, а я тогда уйду, если вы вот так. Угу. Но вот, когда меня шантажируют, или я говорю: вы меня ставите в определенную позу, ну тогда я закусываю дела. Я говорю, ну идите. Ну, тогда уже. Да. Идите. Все. Вернулись в медицину, потому что не отпустила внутреннее? она. Вернулась в медицину, потому что позвали, сказали. У меня уже к тому времени был очень неплохой, будем говорить, мой бизнес косметический. Я получала 150 тысяч зарплату и вернуться в на месяц, зарп... да. В то время да. вернуться на это зарплату. Сегодня хорошие деньги, а тогда вообще нет. Вернулась на зарплату в три раза меньше. И, конечно, это было совершенно. Вы знаете, я очень помню этот момент, когда мне раздался звонок, и меня пригласили. Мне дали один день подумать, и муж сказал: Не вздумай. Ты дома, все приготовлено, чисто, ты спокойная. Ты не пойдешь. Он позвонил моей маме, позвонила с Ростова мама, долго плакала. Потом позвонила племянница по бизнесу, тоже сказала нет. А потом муж на меня посмотрел и сказал, что с тобой говорить, ты уже все решила. У тебя уже в глазах написано спасатель. Угу. Я... Не жалели, что ушли из бизнеса? Нет. нет. И 150 Я... тысяч потеряли? Нет. Я вернулась, в свою... Я вернулась домой. Я вернулась домой, я, конечно, вернулась немножко другая. Ну, со временем меня отточило время, я опять научилась ругаться. Зритель мой, вот здесь мы поставим многоточие и наш искренний разговор о человеческой жизни с Еленой Саяпиной, продолжение его смотрите, пожалуйста, на следующей неделе.